Ребят, ну зачем? Давай, включи сюда и залезь в машину ко мне. Давай. Ребят, я никуда не поеду. Пойдет, еще ну, ребят, еще как? Давай. Насильно не надо, пожалуйста. Нет. Выключи, все забрали, меня побили. Хоть телефон не забирай. Хоть не забирайте меня, ребята. Все, на Короленко поеду все это, все сниму побои. Кто тебе дал? Не надо отмазаться. Вы... Я тебя ты не годом, который самый агрессивный. Он меня ударил. Самый агрессивный. Тебя телефон это мое личное. Вот мопед, да, это все связано с вами. Телефон это мое личное. Ребята. Телефон это мое личное. Вы не имеете права забирать телефон. Как ваша фамилия? Чья? Ваша. Дотин. Опасную кнопку сейчас эту кнопку опаскаем. На грудни по... Весь крови. Офигеть. Ну, ребята, зачем вы это сделали? Алло, Серёга. Прямо раз я была комиссариат. Да, и Гура. Вот, а что здесь надо походить? Ну, блядь, иди, крокодил. Обычно лара и сяла, тут прямо мотоцикл сметит, ла. Ага, ты сколько денег тут идеми? Ла. Дайте. Почему не завозят? Я же говорю, нету бензина в нем, ребят. Бензин нет? Я не договорю, чтобы вы меня настолько запугали. Да? Ну, естественно. Я говорю, я ехал на заправку, я даже не ехал, я с бордюра стоял. Ехал на заправку, чтобы его... Надо отвезти, завести это вот, если что-то залить, завести. В больницу еду к ребенку. Да, рысали. Можно, пожалуйста, вашу фамилию? Я прошу прощения, можно вашу фамилию? Да. Ваша фамилия. Скажите, пожалуйста. Ваши документы, пожалуйста. Вашу фамилию можно? Я первый вопрос. Я сказал, Николаш Александр меня зовут. А вас это фамилию скажите, пожалуйста. Скажите вашу фамилию, пожалуйста. Вы обязаны сказать свою фамилию. Инспектор Журавский. Доволен? Да. Точно. Ваша фамилия. Точно. Есть документы ваши, подтверждающие вашу фамилию? Подтвердите ваши документы. Я сказал, у меня документы с собой, у меня дома. Почему я должен с собой возить документы? Вот вы на работе, а я не на работе. Вы должны предъявить это. Что, я на машине или что? Предъявите ваши документы, пожалуйста. Подтверждающие вашу эту фамилию. Радиолог. Инспектор Жирацкий. Подтверди. Вы покажите мне, пожалуйста, документы ваши. Я хочу узнать, ваша это фамилия или нет. Я не верю, что это ваша фамилия. Комплектацию. Отказывайтесь показывать документы, да? Вы отказываетесь показывать документы ваши? Инспектор Жирацкий. Или как вас там? Не знаю, ваша это фамилия не ваша, но как вы представились? Скажите ваши документы. Отказываться. Отказываться показывать документы.